А вот первые грибочки, которые нас встречают в лесу на сегодняшний день, в лиственном лесу, это фламурина бархатистоножковая. Причем она не вчерашней свежести достаточно. Смотрите, уже такие темные. Они попали под мороз, сейчас растаяли. Такие вот мягкие-мягкие. Но мы сегодня идем не за фламулиной. Фламулина нас будет радовать попозже. Это вот единственный кустик, который мы встретили. Кстати, по стволу очень много малышей, которые скоро вырастут здесь. Мы запомним это местечко и будем следить за ее ростом. Ну а мы с вами сегодня идем за маслятами. Вперед! Грибочек, который довольно часто встречается под соснами. Красный такой, интересный. Сейчас я его достану, вам покажу. Желтая ножка, зеленоватая. Желтая. С красной шляпкой. Гиграциба коническая. Как красные огоньки в сосенках. Несъедобно. Декабрь месяц на дворе. Такое у нас сегодня утро морозное, серое, сырое. Очень холодно. Объехав не одну уже лесную точку, мы поняли, что грибов в наших местах обычно, где мы собираем достаточно большое разнообразие грибов, в это время нет. Осенние грибы сошли на нет, а зимние еще не появились. Такие как вешенка, фламулина, пока их еще в наших местах нет. Поэтому наша тропинка привела нас обратно сюда же, в горы, сосны, где мы собирали маслята в прошлый раз. И да, маслята здесь действительно есть, но очень большой процент червивости и замерзших грибов, которых уже прихватило морозцом утренним. Заморозок держится, держится также и туман. Сковывает все эти наши елочки. Очень холодно ходить. Но как же можно просидеть выходной день дома? Конечно же, мы все равно идем и проверяем, ищем. Азарт — это дело такое. Ну что я вам хочу сказать. Маленькие тоже есть. Прям встречаются и малыши. Но они прячутся, так же, как и всегда. И большая часть из них червивые. Прям даже в маленькой стадии уже большая часть пронизана червячком, хотя холодно ведь. Червячок не думает даже в землю уходить. Только если обрезать и вставлять. Так. Прячется в траве. В траве еще они как-то более-менее продолжают расти. На открытых участках уже гриб не попадается, как раньше. В травке им теплее. Ну, такие вот прям... Такие прям ничего еще есть чистые. Не замороженные. Так что, я думаю, свое лукошко по чуть-чуть мы сегодня наберем. Чистенькие. Когда они успевают расти, да, и холодно, мороз, вроде уже все, заморозки. А грибочек растет. Да, вы спрашивали у меня в прошлом видео, почему я собираю грибы в перчатках. Маслята очень сильно пачкают руки. И вот видите, какие перчатки грязные. Шкурка вот эта вот очень сильно въедается. Прячется еще под елочками. Но все нужно проверять на червивость. Потому что губка уже мягкая. Ходы. Такой гриб нам не пригодится. Прям целая семеечка. Интересно, хорошие, плохие. Червивые. А этот еще ничего, более-менее. Но червик есть тоже. Тоже надо смотреть внутри. Точеный. Масленок зернистый. В наших краях сейчас только он встречается. В такую холодную пору. Но посмотрите сюда, что же это? Что мы видим? Мы видим малышей, которых здесь очень много, которые можно взять, я возьму.
А которые совсем крошечные, тут, кстати, тоже много. Я их оставлю. Вот там. Ради примера, какой малютка, видите? Вот таких вот очень много. Это очень радует, потому что значит, что скоро еще раз можно сюда приехать и пособирать. Приятные находки. И маслята зернистые в декабре. Это почти как земляника под снегом. Встречаются достаточно чистые экземпляры. Чуть ниже спустилась. Видимо, наверху там то ли теплее, то ли что. Я не знаю. Там, вон, смотрите, какая нога. А здесь прям чуть пониже прошла. Здесь прям хорошенькие, такие чистенькие. Много очень сильно молоденьких экземплярчиков. Поэтому, ребята, если вы с утра приехали в лес и ничего не нашли, пусть даже в трех местах, едьте в четвертое место. Оно вас обязательно порадует, потому что каждый гриб ждет своего грибника. Вот видите, сегодня я тоже не унываю. Ищу и нахожу. Какие красавцы, да? Почти под Новый год. И уверена, что мы и под Новый год будем их собирать. В этом году не холодно должны быть грибочки. Лихо прячутся травки, как камушки. Их и незаметно. Вон, гляньте, один малыш лезет, прям маленький. И вот такой вот размерчик. Хорошие. Тут они не такие мокрые, как наверху. Хотя, казалось бы, ниже наоборот должно быть сырее. Здесь уже чуть пообсохли. Вот такие вот хитрые эти под камнями. В травке он один вообще засохший. Но эти плохие, видимо. Этот с червями, это тоже. Лохи тоже попадаются. Вот это интересно. Твердый вроде. Нарочистый, я думаю. Да. Чистенький масленок. Тут вообще листья акации. Грибочек укрылся под листочками. Ждет меня. Не дождется. Ох, на горе. Держусь. Еле-еле хочу показать, как они прячутся в еловых опадах. Вон какие здоровые. Смотрите. Здоровые грибочки и чистые. Мне кажется, чуть ниже я спускаюсь, тем больше грибов встречается. Эх ты, один червивый, другой чистый. Ребята, не надо быть червивыми. У вас и так очень много сегодня червивеньких. Ребята, идите отсюда, из моего грибочка. Ну вот мы практически и пришли в заветное место. Сейчас будем смотреть под соснами наши искомые грибы, маслята. Маслята — это то, что сейчас осталось еще в соснах в начале декабря. То, что можно еще сейчас найти. Очень холодно. Но подниматься тоже тяжко. И когда поднимаешься, разогреваешься. Поэтому я думаю, мы сегодня что-то найдем. Пускай это будет немножко, не так, как в прошлые разы. Но все равно тоже приятно. А здесь я вижу 4 грибочка спряталось. Тоже в траве. Опять-таки в этом сене, в котором они любят прятаться. Да, все должны быть чистые. Этот прям замерзший, этот хороший. 3 из 4 будут чистыми. Ну так, обрезать можно только если, да.
А ну-ка этим. Все-таки, видите, все-таки они наросли. Не было дождя, был заморозок. Но грибы выросли молодые. То есть, лезут. Мощный. Один тут? Нет, не один. О, эти прям классные, слушайте, и сухие. Не мокрые, как обычно, а чистые. И сухие зернистые маслятки. Ой, шикардос. Картошечка сегодня будет бомба. Фух, вот такая вот получилась корзинка. Манюнечек, смотри, какие. Шиповник. Дошла я до привала. Пришла тут вон раз грибы, два грибы, три. Кучка целая. Где-то здесь Надя. Вон еще грибы там вижу. Очень высоко. Смотрите. Опять поднялись. Черти куда. Какие горы красивые. Язык на плече просто. О, Надя тут тоже неплохо уже и перебрала. Вот эта мокруха у нее. Ой, ребята, я уже не снимаю. Высоко в горах забрались. Смотрите, тот же пейзаж, та же гора. Практически то же место. Я уже порядком так набрала. Ребята, их тут знаете сколько? Тут просто, я не знаю, попробую сейчас вам вот наглядно показать, как они растут. Смотрите, причем мелочь. Вот, вот, вот два, вот семейка. Вот, дальше, вот, 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 это тоже все, это все. Посмотрите сюда, что творится. Вон, там еще. Это же не конец. Давайте сюда пойдем. Вот, смотрите, какие семьи. Вон там еще, вон семечка, вон там в елках. И дальше, тут если просто идти, их очень-очень много. Это не предел достаточно. Он здесь, вот какой большой. Вон дальше. Вон. В общем, вы меня поняли. Я дальше не снимаю, а сажусь резать. Там еще тоже надо смотреть. Вот так вот радует это местечко. Замечательное. Сегодня наберем масляток. Зимних, декабрьских. Замечательно. Высота, да? Смотрите. Камыш на горе растет. Здорово. Ну, пожалуй, на сегодня хватит. Вот такой вот у нас получился сбор в декабре. Декабрьские маслята. Свежие, молодые и сочные. Супер.